сомнить, женщине рекомендуется ли искать женщину духовного наставника? Или это кто-то... Нет, не обязательно женщина. Послушайте меня внимательно. Квалификация духовного наставника такова. Он не должен интересоваться вашей красотой. Духовный наставник не должен интересоваться вашей красотой. Если человек не интересуется вашей красотой, не интересуйте вы как женщина его, а просто как человек, как душа, он квалифицирован быть духовным наставником. Обычно это люди, которые живут, ведут монашеский образ жизни. Обычно это старше, человек должен быть старше. Духовный наставник для женщин должен быть достаточно старше ее, чтобы разница в возрасте тоже играла роль. Чтобы она как дочь воспринималась для него. В целом, надо понять, что есть люди, которые способны быть духовными учителями. А есть люди, которые способны быть наставниками просто. Вот я, допустим, способен быть наставником, но духовным учителем не способен быть. Сам человек должен трезво оценивать свои возможности. Если не оценивать, он может очень сильно пострадать от этого могут люди. Потому что одни люди выдерживают поклонение, а другие не выдерживают. Понимаете, это зависит от развитости личности, от уровня развития. И человек, который хочет давать людям знания, он должен на уровне своего развития строить отношения. Но в целом, надо знать, что даже если у вас не будет живого духовного учителя, то вы можете взять изображение святого человека, поклоняться ему, вы можете с ним установить такие близкие отношения, что он вам потом даст возможность иметь живого духовного учителя. Он вас благословит на это через ваше поклонение. Поэтому всегда, когда человек поклоняется святому человеку, рано или поздно он получает наставника, наставничество, возможность получать наставление, потому что он становится квалифицированным получать эти наставления. Не обязательно искать женщину духовного учителя, потому что женщине тяжелее во много раз быть духовным учителем, чем мужчине. А обязательно ли иметь образ духовного учителя? Лучше иметь, если на это позволяет ваша вера. А если вера не позволяет, то значит и не надо так делать. Никогда не нужно идти против канонов веры. Это неправильный путь, он не поможет. Вообще в Германии очень сложно, но имеется в виду нам найти сложно. Русскоговорящие, я уже много лет пытаюсь, я ищу, я даже молюсь. Зачем русскоговорящие? Причем тут вообще русскоговорящие? Вы ищите сначала, начните поклоняться святому человеку, который, может, уже не живет на этой планете. Я же вам объясняю. Это очень просто. Просто устанавливайте отношения с личностью, и потом постепенно вы придете к тому, что Бог вам даст знания, как найти себе наставника. Вы поймите, что наставничество может же по-разному осуществляться. Вы сейчас идеализируете этот момент. Вот вы слушаете мои лекции, я тоже даю вам наставление. Через меня тоже действует Господь. Вы уже нашли наставника в этом плане. Но если вы хотите предаться какому-то человеку, тогда предавайтесь святому человеку. Возьмите его изображение, кланьтесь ему, слушайте голос человека, который молится. Это очень важно, с кем-то вместе молиться, понимаете? Потому что это дает силы. Хорошо. Я был в ашраме с вами Шивананды в этом году и видел его учеников. Там присутствовал Радханатхи Махарадж, это как бы из моей линии духовный учитель. Он в этом ашраме с вами Шивананды проводил лекцию. Его ученики с вами Шивананды, это друзья вот этого духовного учителя. Они вместе собрались, и собрались ученики вот этой линии духовной и той. Мы вместе воспевали святые имена Бога и так далее. И они потом общались между собой, обменивались опытом духовным. И как бы нас благословляли на духовную жизнь. Свами Шивананда — это необыкновенная личность, просто необыкновенная. У него удивительная история, он был и врачом, и очень мощным лидером духовным в Индии. И как бы он постоянно воспевал имена Бога. Знаете, он ходил и пел мантру. Ну, надо общаться с его, в Ришикеше есть его ашрам, и там есть очень возвышенные
ну, как бы, люди, которые ведут такой отреченный образ жизни, его ученики, и они могут вам давать наставления. Там очень много возвышенных людей. Я несколько человек увидел, которые можно смело выбирать духовными учителями там. Через поколение, но он, к сожалению, не может. Вы понимаете, по своему характеру, по своим... Он живет сейчас, но он не может быть наставником, потому что он не соблюдает то, что он... Ищите дальше. Меркурий – следующая планета. Поклоняйтесь с вами Шиванати, постепенно он даст вам своего последователя. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Меркурий, вы поняли, как нейтрализовать плохое влияние Венеры? Забота. Забота, то есть надо... То, что себе хочешь, надо отдавать другим. Хочешь счастья, отдавай счастье другим. Хочешь внимания, давай внимание другим. Хочешь нежности, давай нежность другим. То, что сам хочешь, делай для другого человека, ты получишь очень быстрый результат. То есть Венера, она долго не мучает. Она милостивая планета. Если чуть-чуть начал делать для другого человека то, что сам хочешь, быстро получишь результат. Все. Давайте дальше. Бог наградит вас без всякого сомнения. Не надо давать, давайте другим, которые хотят. Ищите отношений. Понимаете, есть невежественные люди. Они, ты им даешь, они тебе в лицо плюют. Надо держаться от них подальше. Есть страстные люди, которым даешь, они как бы типа, извините, мы заняты. Ну то есть а эти люди, они не хотят близких отношений строить, потому что у них нет сил. Они очень погружены в деятельность, понимаете? Люди в страсти, они пашут как ишаки, и им трудно выходить из этого состояния. Если им сказать, я желаю вам счастья, он как, я вам тоже, что об этом кричать? Все, понимаете, ему трудно как бы... Ему строить близкие отношения трудно, потому что у нее другая жизнь. Она очень скована тупой, безрадостной аскезой. Желание тупое денег, понимаете? Денег, работа, машина, дом. Тупая аскеза без всяких чувств, эмоций. Когда человек более высокую цель в жизни выбирает, то он легко может другим заботиться о других, давать, дарить людям счастье. Но сердце любого человека можно растопить. Но как я видел, как Вайшнавы шли, воспевали святые имена Бога где-то в Сочи, по-моему, по побережью, и просто людям давали освященную пищу, улыбались им. И люди тоже брали, кушали, улыбались в ответ. И они там еще параллельно брали интервью. Мне одно интервью понравилось. Один человек пьяный стоял, ему дали шарик сладкий. Он поел, начал слушать, как поют, его окружили, танцевали вокруг него. Потом его спросили, вы понимаете, что это происходит, что такое происходит? Он говорит, я, говорит, не понимаю, что происходит, но сама система мне нравится. Знаете, есть люди с открытым сердцем. Им система нравится, но как бы что происходит, они не понимают. И это тоже нормально. Но если человек сердце закрытое, ну не надо его трогать, пускай живет спокойно. Не надо его мучить. Значит, жизнь его очень тяжелая, ему тяжело вот глубже окунуться. Просто сострадайте к этому человеку. Молитесь святому человеку. Вот эту практику, которую я вам с утра показываю, вы делаете, оно откроется в сердце. Это же тоже вопрос времени, когда оно откроется. До меня прямо полностью оно открыто.
Я тоже, у меня тоже есть работа в этом плане, трудности. Чтобы вы поймите, что закрытое сердце только потому, что нечего давать. Чем больше внутри энергии счастья божественного, тем больше оно открывается, потому что ты можешь отреагировать на горе другого человека. Чаще всего, когда на нас смотрят, люди в состоянии горя зажимаются, потому что нечего давать. Но когда у тебя есть сила, ты можешь помочь человеку. Сила приобретается от веры. Когда человек поклоняется Богу, у него постепенно больше сил становится. Меркурий связан с гармонией с этим миром. Если Венера дает счастье отношения с этим миром, то Меркурий означает гармония. Гармония означает, ну, что я не делаю ничего плохого, я как бы хочу, чтобы все было хорошо, чтобы все было гармонично. Меркурий тоже сильно влияет на Европу. Здесь тоже достаточно сильный Меркурий. И когда Меркурий в плохом положении, тогда наступает дисгармония. То есть тяжело общаться с другими людьми, тяжело договариваться, тяжело дружить, хочется быть одному. Или природа начинает плохо влиять, чуть вышел на улицу, насморк, чуть солнце засветило, все, тяжело. Ну, то есть дисгармоничное состояние с окружающим миром. Ну, то есть и лечится точно так же. То есть ясно, что у нас основа — это отношение со святым человеком. Слушать голос ведь не запрещается в еврейской традиции. Вот, слушайте голос. Кланитесь Священному Писанию. Это, ну, ваша основная практика. Я тоже поклоняюсь Священному Писанию. У меня есть опыт тоже. Можно поклоняться имени Бога. Можно поклоняться звуковому образу. Не образу такому реальному, а звуковому образу. Можно поклоняться Священному Писанию. Можно даже святому месту поклоняться. И везде один и тот же результат будет. Так. Можно поклоняться ему? Он не мертвый, он живой. Вы, если поклоняетесь его телу, то вы достигаете отношения с... Смотрите, сейчас послушайте меня внимательно. Вы, когда поклоняетесь останкам святого человека, вы выходите на саму личность сразу. То есть вы не материи вот этой вот, которая умерла, поклоняетесь, а вы через его останки связываетесь с личностью. Это путь к личности, понимаете? Вы думаете о личности в это время. Нужно даже, что значит можно? Так это же и так и делают. Почему к святой Матроне ходят на могилу? Потому что с ней связь устанавливается там сразу. Конечно. Энергетика, слово энергетика — это неправильное, понимаете? Вот это слово энергетика — это неправильное слово. Вот, допустим, вы приходите к любимому человеку, вы ему говорите: не я тебя люблю, а вы ему говорите: у тебя классная энергетика. Чувствуете разницу? Относиться к человеку как к энергии неправильно. Так же, как к святому человеку относиться как к энергии неправильно. К Богу относиться как к энергии тоже неправильно. Мы работаем, действуем, мы отношения строим не с энергетикой, а с личностью. Личностью. Стена плача — это не личность, но это то, где личность действует. Личность Бога. Вы поклоняетесь ей как представителю личности Бога, как тому месту, которое приводит к Богу. И вы не энергетике поклоняетесь там, понимаете? Вы поклоняетесь личности через нее. Личности Бога поклоняетесь.
я пока только начинаю к этому идти. Вот. Я тоже вспотел первый раз. Я просто проэкспериментировал, я пришел в православный храм, хотя я не православный человек, и я просто для эксперимента попробовал покланяться. Просто покланяться первый раз, попробовать вот так вот покланяться. Я вспотел. Второй раз уже легче было. Попробуйте покланяться сейчас. Вот всем людям, которые здесь сидят, попробуйте покланяться. Давайте пробуем. Я вам помогу. Давайте. Мне уже даже жарко стало. Я же говорю, вспотейте первый раз. Всем людям, прям вот там вот стойте и прям всем поклонитесь, скажите, добрые люди, спасибо вам, что вы идете правильным путем к Богу, в своем сердце так скажите. Добрые люди. К ним прям, да. Добрые люди, спасибо вам, что вы идете к Богу. Не, прям на пол, вы что? На пол, и прям головой об пол, да. Давай. Добрые люди, спасибо вам, что вы идете путем к Богу. Давай. Люди, спасибо вам, давай. Что вы идете к Богу своим путем. Что вы идете к Богу. Спасибо вам, добрые люди, что вы идете к Богу. Я тоже присоединяюсь. Теперь садитесь, все, подождите. Дайте мне с девушкой, она смелая очень. Бог вас любит 100%. Вам легче стало? Представляете, как здорово кланяться? Очень хорошо. Вы на такое очищение сейчас произошло у вас внутри, что вы даже представить себе не можете. Вот у меня первый раз то же самое было. Вспотел конкретно. Вот ответ на вопрос, как поклоняться. Вы теперь знаете. Видите, как тяжело? Ужасно тяжело. Ну, сейчас второй раз будет вообще легче, а третий раз уже не глядя. Третий раз покланяться вообще без проблем. Ну? Где Бог находится? Хотите знать, где Бог находится? Я вам скажу. Бог находится вот здесь, прямо в сердце. Душа находится вот в этом месте. Вот у меня вот душа вот здесь находится. Я душа. Я нахожусь вот здесь, вот прямо вот в этом месте. А за мной, сзади, находится Бог. И когда я не буду своими силами пытаться решать проблемы, а повернусь к Нему, развернусь назад, тогда... Когда я развернусь к Нему назад полностью и предамся Ему, в этот момент я начну светиться. Это состояние называется самадхи, то есть духовного транса. Душа, которая поворачивается к Богу, она испытывает огромное счастье, которое нельзя описать словами. Дальше. Бог находится в каждом атоме. Вот внутри атома Он также присутствует, управляет каждым атомом. Бог находится в каждом живом существе. Любой микроб, внутри него также находится Бог. Он управляет его жизнью. Бог находится как представитель, но Бог дает силы также этой земле, вот этой планете, чтобы она двигалась и так далее. Он находится внутри нее. Он находится везде и представляет каждый элемент мироздания. И одновременно он отдельно от этого всего существует. Чтобы понять, кто такой Бог и как Он действует, для этого недостаточно размышлять. Вы не сможете с помощью мышления своего понять Бога. Это надо почувствовать. А почувствовать его можно только через отношения со святостью.
Люди идут вниз для того, чтобы через страдания получить знания. Есть два способа получить знания. Или через смиренное слушание, или через страдания. Если человек не хочет никого слушать, тогда ему придется пойти вниз, чтобы там через страдания получить знания. Цель жизни — это знания. Люди идут вверх для того, чтобы отдохнуть. Одни люди идут вверх для того, чтобы отдохнуть от труда, а другие идут вверх, чтобы очиститься. Прямой путь к Богу — это путь, в котором человек не хочет никакого счастья для себя. Он хочет только служить Богу и святым людям. Ему не нужна ни квартира, ни машина, ни жена, ни дети, ни пища, ничего. Ему нужно только служить. И он зависит в этом служении к Богу во всем. То есть он говорит, если Бог не пошлет мне пищу, то тогда я буду поститься. Это очень высокий уровень сознания. Когда человек находится в таком сознании, то он в этой жизни уже уходит в духовный мир. И там дальше вечное счастье испытывает уже. Назад из духовного мира не возвращается сюда на землю. Искорка, она имеет божественную природу, она такая же, как Бог, только маленькая. И она соткана из тех же качеств. Например, Бог соткан из абсолютной доброты, из абсолютной любви, абсолютной честности, абсолютного смирения, абсолютного решимости, абсолютной целеустремленности, абсолютного могущества. Так и душа, она точно такая же, просто она может стать таким, только когда наполняется Богом. Вот когда душа смотрит на Бога, она становится такой же чистой, такой же честной, такой же доброй. Все то же самое, но только во взаимоотношениях с Богом она может таким стать. Поэтому душа, пока она не строит личное взаимоотношение с Богом, она не может наполниться вот этими всеми качествами в полной степени. У нее нет такой возможности. И поэтому она все эти качества берет у этого мира. Она начинает искать счастье в этом мире. Она ищет красоты, чистоты, доброты. Она того же самого ищет в этом мире, что она должна иметь внутри себя. Факт. Помните, что по факту смерти никакой нет. То есть просто человек теряет тело, и он остается в тонком психическом теле. Но если он все время думал о Боге, для него нет разницы, что он думает в тонком теле о Боге, что в грубом. Какая разница? Лететь никуда не надо, это все происходит это все происходит автоматически. То есть человек попадает в духовный мир очень быстро, думая о Боге. Но бывает так, что ему хочется попасть к Богу, познав весь этот мир. Тогда за ним присылается из духовного мира специальный летательный аппарат такой, оно описывается как карета такая с конями. И он летит по всему этому миру, все это видит, узнает весь этот мир, а потом только идет к Богу. Такой путь тоже бывает. В Ведах все описано, как бывает по-разному. Но я только не понимаю, зачем вам все это надо знать. Если вы хотите к Богу, не парьтесь, он сам все организует. Если он вашу жизнь здесь организовал, так он и возвращение назад тоже организует. Чего вы беспокоитесь на этот счет? Вы хотите контролировать свое возвращение назад, это не получится. Так если по милости, значит, он сам все организует. Не надо ничего ждать, надо просто служить. Здесь вы чувствуете себя как в тюрьме. Это значит, что вы уже в прошлой жизни совершали аскезы и жили в монастыре 100%. Когда человек живет в монашеском теле, то он начинает чувствовать, что этот мир — большая тюрьма. Все остальные это не чувствуют. Если вы чувствуете себя как в тюрьме, это значит, в прошлой жизни вы уже служили Богу и прошли довольно большой путь уже к этому. Потому что большинство людей даже понятия не имеет о том, о чем вы сейчас сказали.
Нет, это означает, что раз она этот путь прошла, она получила знание уже. Это знание сейчас будет давать ей возможность очень быстро идти к Богу. Мучиться означает познает. То есть мучение — это всего лишь процесс познания. Монах, он, знаете, он на все смотрит со стороны и начинает видеть истинными глазами этот мир. А это происходит потому, что человек чего-то не доделывает. И ему в этой жизни надо доделать, значит. Так Меркурий связан с гармонией. То есть для того, чтобы преодолеть стресс, связанный с Меркурием, нужно учиться гармонии. То есть эта гармония достигается с помощью служения этому миру. Можно, например, сажать деревья или желать людям счастья. Можно по-доброму относиться ко всем. Хорошо помогают практики такие, как цигун, ушу. Когда человек выходит на природу, начинает дышать, двигать руками, вот так вот, сливается с гармонией, с этим миром. Хорошо помогает закаливание, хорошо помогает, когда человек использует свою речь в том ключе, в котором речь течет в духовном мире. В духовном мире люди не ходят, а танцуют. Когда человек начинает заниматься танцами, то он преодолевает плохое влияние Меркурия. Он входит в гармонию с этим миром через танец. Также через пение и стихи человек входит в гармонию с этим миром. Тот, кто не может говорить, всегда может петь. Потому что пение раскрепощает, то есть оно делает человека в гармоничную среду вводит человека. Пение вводит гармонию человека с окружающим миром. Пение, желание помогать другим людям войти в гармонию. Можно преподавать танцы, допустим, преодолеть плохое влияние Меркурия. Один оратор, он заикался, был заикой, и он с помощью, он выступал, начал выступать перед другими людьми, давать им лекции. Благодаря этому он преодолел плохое влияние Меркурия, он стал великолепным оратором. У него не было и тени заикания в речи. Потому что заикание — это всего лишь объем работы, это препятствие. То есть если ты совершаешь аскезу, ты преодолеваешь это препятствие, и больше оно на тебя уже не действует. Понятна система? Вот эти все плохие влияния планет всего лишь означают больше объем милости. Вот, допустим, человек рождается, и у него нет ноги. Ну, допустим, человек живет, у него нет ноги. Что это значит? Некоторые думают, это значит, что он обделен Богом, да? А на самом деле это означает, что ему нужно пройти определенный путь в жизни, гораздо больше, чем всем остальным, чтобы быть счастливым в этом мире. И это означает также, что Бог верит, что он этот путь пройдет. То есть есть люди, которые имеют больший запас силы, и Бог им дает больше испытаний в этой жизни. Ну то есть если вы получили больше испытаний, это означает, что вам надо просто больше трудиться и все. И это хорошо. В конечном счете это заканчивается тем, что человек становится счастливее других. То есть когда у человека нет ноги, у него есть два варианта. Или быть несчастнее других, или быть счастливее других. А такой вариант, как быть как все, у него уже нет. Ну то есть если на человека какая-то плохая планета влияет, у него есть два варианта. Или быть несчастным, или быть очень счастливым. Но быть как все уже нет варианта. Понимаете, о чем я говорю или нет? Поэтому вы выбираете, что вам делать. Или быть, как некоторые говорят астрологи, ну Раху в седьмом доме, счастья в личной жизни не будет. Правильно, спасибо за помощь. Этих астрологов, да? Нет, у вас просто большая мнительность. Так, это студенческая болезнь называется. Кстати, хороший вопрос.
Следующая планета – это Луна. Вот. То есть Меркурий побеждается с помощью пытаться в гармонии жить с этим миром, гармонично относиться ко всему, что в этом мире происходит. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать, каждое явление природы надо благодарно принимать. Вы понимаете? То есть это контакт, гармония с Меркурием, да? Луна. Когда наступает плохое влияние Луны, то заканчиваются родственные отношения. Человек чувствует, что он одинок. Нету возможности иметь родственников. Родственники есть, есть дети, есть муж, там, но близких отношений нет. И есть, как бы, можно очень легко, как бы, достигнуть этого состояния. Для женщины очень легко достигнуть вот это состояние, когда нет родственников. Это просто бросить мужа и все. Да, бросаешь мужа, вот, то в этот момент сердце закрывается и наступает холод. И женщине очень трудно построить дальше родственные отношения с кем-либо. Ей трудно кого-либо почувствовать родственника в этом случае. Так женщина может, ну, сама себе испортить контакт с Луной. Но вообще, если как бы уже не без таких жестких, как бы, моментов, а просто, то иногда бывает, что Бог насылает такие экзамены, и у женщины возникает чувство, что она никого не любит. Это нормально. Это надо просто дальше выполнять свои обязанности перед всеми. И постепенно чувство родственное к близким людям возвращается назад. Это просто увеличение объема работы, и все. Не надо бояться этих вещей. Возникло чувство, что я никого не люблю. Часто люди думают, ага, у меня нет чувства к человеку, значит, что мне с ним жить? То есть полгода плохой период идет, она думает, да, пошла, все от него, ухожу. А он уже заканчивается скоро, этот плохой период. Он заканчивается, ты уже ушла. Возникает такое, дура, а что же я ушла-то? Вроде меня опять к нему потянуло. Вот, почему же человек уходит? Потому что он думает, что это навсегда. Ничего навсегда не бывает. То есть наступил холод близким людям, проходит полгода, опять тепло. Надо спокойно терпеть это все. Ну и как тепло увеличить? Надо просто заботиться о близких людях. По-близкому. Строить близкие отношения, разговаривать по-близкому с близкими людьми. Ну, заботиться о них по-родственному. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Ты позови, и я приду, я не могу иначе. Знаете, это означает вот победу над плохим влиянием Луны. Что-то вы пригорюнились все. Все нормально? И вы уже, я вас замучил? Да? Ну вот и все про эти планеты. А? Раху и Кету, это Раху означает мат-перемат, грубость, хамство. Ну, в общем, езжайте в Россию, вспомните. Вот. Мужчина как проявляется? Луна, плохое влияние Луны, да? Оно еще может выражаться в снижении работоспособности, плохое влияние, снижении памяти и творческой активности. Ну, то есть человеку трудно как бы умственную деятельность совершать, как раньше. Ну, вообще, как бы плохое влияние Луны означает напряжение для мужчин. Ну, психическое напряжение. Сон нарушаться может при плохом влиянии Луны. Но это все причина, вот это все напряжение, это отсутствие любви.
Луна — это планета любви, это планета, которая связана с влиянием любви. Когда человек с любовью думает о людях, заботится, плохое влияние Луны нейтрализуется у него. Как? Что нужно делать, когда сон нарушается? Сон, когда нарушается. Угу. Есть варианты. Нужно, можно действовать с помощью тех трав, которые улучшают сон. Да. Ну, то есть есть, я перечислю как бы варианты, можно чисто экспериментально понять. Ну, то есть вот это на левой руке, вот левое плечо вот здесь связано со сном. Можно привязывать сюда травки. Предлагаю вам варианты. Первый вариант — мускатный орех. Привязывает человек, раз и спит. Второй вариант — мелисса. Да, листья мелиссы в пакетик привязываете, раз — человек заснул. Третий вариант — валериана. Корень валерианы. Четвертый вариант — гвоздика. Ну, и он сам проснется, нет проблем. Вот. Гвоздика? Гвоздика, вот специя, гвоздика, вот специя, гвоздика. Не цветок гвоздика, а специя гвоздика. Кошмары снятся чаще всего, если человеку жарко спать. Нужно открывать окно, ну, меньше одеяла делать, чтобы не такое. Если вы мерзнете, значит, наоборот, кошмары снятся от холода. То есть надо укутаться получше. Я и так вечно мерзну. Сейчас мерзну. Полностью вроде горячо, а рукам холодно. Вот. Есть еще один хороший способ, как улучшить сон. Это спить горячее молоко с медом на ночь. Это мощнейший метод. Улучшает сон конкретно. Только надо дозу выбрать правильную. Но чтобы не слишком много было, потому что иначе могут быть, ну, несварение молока и токсины в организме появиться. А можно другое молоко брать? Как? Растительное. Не, только коровье. Только коровье. Ну это как вот сейчас продают эти, ну, женщин резиновых. Знаете, можно, конечно, но как бы эффективность меньше уже. Молоко — это коровье молоко. Больше нет никакого молока. Все остальное — это подделка. Ну, козье молоко. Козье молоко тогда. Если молоко не переварите, у вас, значит, точно топленое масло не будет никакой аллергии. Можете топленое масло сосать на ночь. Это дает такой же результат, как молоко. Расслабляет, также сон лучше. Коровье масло топленое. Не, миндаль, наоборот, возбуждает. Он не как бы... Нет никакого молока, кроме как молоко. Сейчас я объясню, что такое молоко. Молоко — это не взвесь белых частичек. Молоко — это энергия любви. И энергия любви расслабляет человека. То есть молоко бывает женским, коровьим, верблюжьим, козьим там. А? Ну, как бы, поищите. Я даже в Москве из порошка разводил молоко и хорошо засыпал на ночь. Даже так, без проблем. Но из порошка именно молочного, а не соевого. Молоко — это энергия любви. Молоко — это не взвесь белых частичек. Пытайтесь это понять. Может быть, даже холодность в общении с людьми тоже?
Давайте, да, хорошо, спасибо, я понял. Значит, давайте еще две планеты разберем. Есть стресс по раху, означает мучить народ, мучить. Стресс по раху означает, что начинают плохо действовать власти, мучают власти, то есть криминальные люди. Стресс по раху означает, что человек живет с алкоголиком рядом, живет с человеком, который матом ругается и ведет себя грубо. Это влияние раху плохое. Плохое влияние раху также означает плохие соседи, вот злые, вот, которые ругаются, там, козни строят. Война – это плохое влияние раху тоже. Военные действия, когда на какой-то территории происходит. Плохое влияние кету означает холод по отношению к людям. Означает отгороженность, отчужденность, трудно знакомиться, трудно жениться, трудно дружить. Находишься как бы отстраненный от всех людей. Очень трудно установить близкие отношения. Плохое влияние кету – это вся Европа. А в Америке еще тяжелее в этом плане. Ну то есть, понимаете, везде в этом мире что-то плохо влияет. Но нет таких мест, где бы было все хорошо. И каждый выбирает, вот кому-то проще жить с плохим влиянием кету, чем с плохим влиянием раху. А кому-то проще жить с плохим влиянием раху, чем с плохим влиянием кету. Мне, допустим, лучше пусть люди матерятся, чем они как бы ходят, не обращают на тебя внимания. Ну, у меня вот так, а у вас по-другому. И поэтому у каждого, как вот у него есть, так и хорошо. Человек должен выбирать то, что, к чему у него есть природная склонность. Вот вы все, и как бы вот здесь сидите, у вас сильная кету. Когда у человека сильная кету, ему легко жить в Европе нормально. Нет проблем. А если бы у вас было слабое кету, вы бы отсюда давно уже удрали. Что получается? Взял сил до коллег. Ну и оставайтесь здесь, нет, что делать. Живите для Бога. Где бы вы ни жили, вы будете счастливы, живя для Бога. Не надо никуда бегать. И каким образом работать с раху или кету? С раху нужно выполнять, нужно, чтобы нейтрализовать плохое влияние раху, нужно жить по законам страны. То есть нужно быть законопослушным и уважать законы веры. То есть надо религию выполнять законы и законы страны. А чтобы плохое кету нейтрализовать, для этого человек должен делать добрые дела. Нужно просто учиться любить, и все. Просто учиться любить. Плохое влияние кету означает помогать другим. И так как кету сильно влияет в Европе, поэтому люди, которые прорываются сквозь это влияние, они становятся намного более сердечными в желании помочь другим. Вот когда прорывается сквозь эту заслонку кету человек, он не хочет так жить, у него есть протест против этого всего, он становится очень доброжелательно настроенным, он хочет заботиться обо всех, помогать всем, у него очень сильно выражена эта сила. Как бы. И вы вот все такие люди здесь. Вам хочется заботиться, помогать, не хочется оставаться равнодушным. Это означает победа над плохим влиянием кету. Не быть равнодушным к людям. Это означает плохое влияние кету. Это нормально. Не обращать внимания. Изображение какого человека можно выбирать? Любой религии? Любой религии. Любой религии. Но если вы, у вас есть своя религия, только в своей лучше. Это ни о чем не говорит вообще. Человек должен сам решить, к какой религии он относится. Если он не решил, то ничего не играет никакой роли. Я, допустим, прихожу домой и узнаю, что меня женили. Ну, как извините, это не работает. Я буду против.
Человек должен сам осознанно как бы выбрать веру. Но если вы принимаете традиции отцов, и они говорят, мы тебя покрестили, а вы их принимаете, то вы считаете себя крещенной, и супер, тогда проблем никаких нет. Но у человека всегда и остается право выбрать веру. Никто не может ему навязать веру, понимаете? Это невозможно. Так же, как мужа нельзя навязать. Предательство означает предательство. Если вы предаете, значит, вы предатель. Но если я, допустим, люблю Иисуса Христа, предал я его или нет? Просто поймите, вопрос же здесь не в том, вы как бы верите в Иисуса Христа или не верите. Это вопрос в том, какая практика вам проще выполнять. Ну, то есть, допустим, мне очень, я верю во всех святых православных, но мне вот эта практика, которая совершается в этих храмах, мне трудно ее делать по своей природе. Я к Богу, мне проще идти через пение, танцы. Понимаете, вот моя вера мне больше, ближе, потому что я вот так не проще. Но есть люди, которые вот так им проще. У меня есть одна знакомая, она тоже слушала мои лекции и выбрала мою веру. Но она такая ходила, несчастненькая. Я начал с ней говорить, и выяснилось, что она вот ей, вот она в этой находится. И она потом вернулась в свою духовную традицию, сейчас счастливая вообще бесконечно. Ей вот так больше нравится, она православная по природе, она как бы нашла себе наставника православного. И с удовольствием поклоняется ему, и вообще проблем никаких нет. Ну, как бы Богу имеется в виду. Выполняет эти наставления все. Ну, то есть у каждого свой стиль внутренний, понимаете? И именно этот стиль указывает на выбор веры. А предательства никакого нет. Ты же как бы ты же любишь так же, как и любил, просто ты, у тебя практика сама поклонение Богу, она может отличаться. Да? Невозможно принудить человека принять веру. Если вы говорите о семейных отношениях, то я точно знаю, как здесь действовать. Женщина должна формально принять веру мужа и ему об этом сказать. Должна ему сказать о том, что я хочу ходить с тобой во все храмы, молиться так, как ты молишься. Но дай мне возможность наедине как бы думать о Боге так, как я, мне нравится. И он согласится 100% с вами. Вы ему такой вариант как бы предложите, и у вас будет хорошо. Вы будете его поддерживать, его вере, ходить вместе с ним везде, носить эти одежды, а внутри поклоняться Богу так, как вы как бы поклоняетесь. Посмотрите фильм, есть фильм на эту тему, называется «Джатха и Акбар». Там показывают, как великий монарх, великий царь, он полюбил девушку из другой веры, предоставил ей полностью все возможности в этой вере находиться. И там показывается, что такое вообще любовь к человеку. Она выше стоит, чем... Любовь к человеку стоит выше, чем вот эта вот межрелигиозная граница какая-то, понимаете? Вообще это люди придумали вот эти вот междурелигиозные какие-то трудности и проблемы. Вот в той культуре, в которой я нахожусь, вообще этих проблем нет. Люди ставят Иисуса Христа на алтарь, там Будду и так далее, и все вместе поклоняются. Но у них как бы есть определенные правила внутренние, как они служат Богу. Но они любят всех. Все проявления Бога они любят, и у них вообще нет никаких проблем с этим. Вы понимаете, если есть эти проблемы, это означает, что мы чего-то недопонимаем просто, и все. И опять же, вот эта идея, я предаю свою веру. Ну не предавайте, если у вас есть своя вера, зачем ее предавать? Если у вас есть своя вера, зачем ее предавать? А если у вас еще нет веры, тогда что вы предаете? Ну разберитесь просто в этом вопросе. Если у вас есть своя вера, так идите этим путем. Кто вас заставляет что-то менять? А если у вас нет веры, вы чувствуете, что нет веры, так выберите свою тогда. Никто не мешает. А если я не знаю, есть у меня вера или нет, так разберитесь тогда.
Помолитесь Богу, чтобы Он вам подсказал в сердце, есть у вас вера или нет. Если она уже есть, так зачем менять? А если нет, тогда все перед вами открыто. Кто не против? И самое главное, поймите, заставить человека верить в Бога никто не имеет права. Никто не имеет права ему сказать, вот это твоя вера, все, других вариантов нет. Религия это свод законов. Религия это свод законов. Попытайтесь понять это. Религия это всего лишь свод законов, который вам надо следовать для достижения цели. Если вам не нравится этот свод законов, выберите другой. Если есть какие-то трения в семье, это решается с помощью любви. Если у вас есть уже какая-то направленность в семье, тогда следуйте этой направленности, и вы можете искать свою веру. Но делать это надо так, чтобы не вызывать какие-то агрессии у близких людей. Вы говорите, смотрите, есть три вещи. Будем разбирать эту тему или нет? Нет? Есть три вещи. Смотрите, вы путаете просто. Есть три вещи. Первая вещь – это религия. Вторая вещь – культура. Третья – национальные традиции. Это совершенно разные вещи вообще. Просто разные вещи. Есть религиозная культура. Допустим, человек ходит в храм, потому что все его родственники ходят. Он там что-то делает, какие-то ритуалы совершает. И все, и дальше живет. Есть ли у него вера? Конечно, нет. Вера означает молитва. Это глубокий процесс. Это глубокий процесс отношения с Богом. Вера – это то, что в сердце живет, понимаете? Это то, на что человек опирается, когда приходят трудности. Культура означает, что у него есть такая культура. Он говорит таким языком, носит такие одежды, ходит вот так вот, у него есть такие-то правила в жизни. И часто культура у человека не совпадает с верой. Такое может быть. Дальше. Есть национальные традиции. Национальные традиции это, вот допустим, на узбека смотришь, думаешь, оп, мусульмане. Ну там все, там мечети мусульманские, понимаете, но это не значит, что он мусульманин должен быть. Он может быть и не мусульманином. Не обязательно, что узбек означает мусульманин. Или еврей означает иудей обязательно. Можно, конечно, приравнивать, так думать, что это приравнивается, но это всего лишь просто национальная культура и все. Там преобладает такая культура, люди склонны к этой вере. Если такая культура есть, то такая вера возникает. Есть еще нация. Как некоторые люди говорят, понимаешь, мы татары. Ну и что? У меня вообще душа не татарин, не русский, не еврей. Ну, потому что все смешалось. У меня вообще все смешалось. У меня по отцовской линии, по паспорту все русские, как бы. Русские с фамилией Тарсунов. Я когда приехал в Киргизстан, мне сказали, да, русские, да. Ты хоть знаешь, что твоя фамилия-то означает? Он говорит, это же наша фамилия, брат. Вот. Ну да, с фамилией из Киргизстана русский, да. Вот. Но по материнской линии вообще Петраковский. То есть дедушка вообще приехал из Винницы. Он чистокровный еврей. А его жена, бабушка, украинка. Теперь у меня вопрос, какую мне веру-то принимать? Эту мусульманскую там по фамилии Тарсунов, еврейскую по дедушке, украинскую по бабушке или русскую по месту жительства? Возникают трудности, да?
Это все просто наши глупости. Человек выбирает ту веру, которая ближе для него к духовной жизни, которая ему легче идти к Богу. Он такую веру выбирает. Которая ему приятнее, которая ближе для него. Он выбирает такую веру. И это естественно, выбирать ту веру, которая ближе для того, чтобы идти к Богу. Но если вы любите свои национальные традиции, свою культуру, свою страну, свои правила вот эти все, не надо ничего менять, оставайтесь в этой вере, и вам будет естественно и легко, и двигайтесь вперед к ней, без проблем вообще. Ну, в общем, у нас тем временем лекция потихоньку заканчивается. Вот, мы на чем остановились-то с вами? Да. Ну, и вот эта вот проблема, знаете, вообще эта проблема означает вот эта вся, вот мне многие люди, ой, я не знаю, у меня то, предаю, я не предаю. Все вот эти вещи происходят только от одной проблемы. Эта проблема означает нет глубоких отношений с Богом, понимаете? Когда человек не понимает, кто такой Бог, он поэтому он такой, он к нему относится как к человеку, понимаете? Ну, то есть, как вам объяснить? Ну, то есть, вот я раньше как бы разделял мой духовный учитель, его, ну, братья боги, допустим. Сейчас я бы любого из них выбрал и поклонялся им, потому что я чувствую от них чистоту и святость. Понимаете? Раньше я как-то брезговал возвышенными людьми другой веры какой-то. А сейчас я начал поклоняться им, почувствовал, что у них такая же святость есть, как у моего духовного учителя. Вот это, чем ближе человек к Богу, тем ему легче как бы принимать все традиции, культуры. Ну, когда, понимаете, мы в сердце дикари по отношению к Богу, у нас вот эта двойственность возникает. Эта вера правильная, это неправильная. Этих вообще надо расстрелять. Понимаете? Ну, то есть это признак того, что нет культуры в отношении с Богом. Но если Богу это не надо было, так он не создавал бы столько вер. Зачем? Это же Бог все создал. Как определить, что эта вера правильная? Там есть святые люди. Святые означают те, кто близко к Богу стоят. Есть святые мусульмане, есть и иудеи святые, есть и православные святые, есть католики святые. Или нет католиков святых? Есть мать Тереза, пожалуйста. Есть святые люди в разной культуре, традиции духовной. Это значит, что они все идут к Богу, просто каждый своим путем. И нет ничего плохого в этом вообще. Кто-то одним путем идет, кто-то другим. И все прогрессивные люди Земли должны объединяться в движении к Богу своем. Объединяться, должны дружить. Люди разных культур и вер должны дружить между собой. У меня есть такой вот соратник, друг Жданов Владимир Георгиевич. Он православный, искренний православный человек. Но он приезжает к нам на фестиваль «Благость», и там поет православные песни. Мы рады, хлопаем ему, довольны все. Он тоже не брезгует чужой духовной традицией. Главное, чтобы люди шли к Богу. Понимаете, не нужно брезговать друг другом. Мы должны любить учиться друг друга, любить. Разных духовных традиций, разных культур. Вот вы, допустим, у вас иудейская традиция. Спасибо вам, что вы к нам приехали. Вы нам такая вот нужна. Хорошо. Ну, вы обязательно найдете наставника вашей духовной традиции. 100%. Я просто вам говорю на 100%. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы все время находитесь со мной здесь. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу веру.